Друзья, привет! Сегодня нашим хомякам уже неделя. И сегодня мы будем их взвешивать. Посмотрим, насколько выросли наши толстячки, насколько потолстели. Тош уже второй день с ними тусуется. Алиска его съесть не хочет. Но я на всякий случай наедине их не оставляю. Потому что мало ли чего. Она бывает иногда нет-нет, да облизнется на него. Вот такие вот мордашечки у нас. Это дрыхнет. Ну, они, блин, либо дрыхнут, либо кушают. Поэтому нам сейчас придется разбудить. И будем взвешивать. Я сейчас вам каждого покажу по отдельности, крупным планом. И потом будем взвешивать. Так, и первый у нас пацан. Вот такой вот красавчик. Они в руках всегда постоянно не хотят сидеть, извиваются. Вот такой вот толстенький со спины. Вот такой вот пузян. Вот. Шкулит морда. Не хочет, не любят они на руках сидеть. Истинные овчарки. Не доверяют пока. Вот такой пузяк. Алиска переживает, волнуется. Да, зевает. Зевает этот носик. Носики уже темнеют, были розовые носики у них. Вот такой красавчик. Так, вот такие вот у нас весы. Включаем. Ложим этого толстого пацана. Зевает. И уже... Алис, подожди, отойди. Килограмм 172 грамма. А при рождении он весил 568 грамм. Офигеть, уже в два раза вырос. Вот это да. Обалдеть, я просто сейчас немножко в шоке. В два раза уже вырос. Вот это да. 1172. Офигеть. Иди на место. Иди. Так, следующая у нас девочка, которая родилась первая. Вот такая вот красотка. Алис, не мешай. Вот такая красотка. Вот такая. Тоже не хочет сидеть, не хочет. Алис, ну отойди, Алиска. Вот такая пузёк. Ах ты, вредина такая, вредина. Вот такая мордаха. Носик тоже темный. Пупочки зажили. Вот такая морда. Вот такая. Ну ладно тебе, не вредничай, не вредничай. Так, посмотрим, сколько весит эта принцешка толстая. Ой, зевает, зевает. Так, вторая хомячка пошла. Ложим. Так, не балуйся. Так, не балуйся, успокойся. Тихо, не балуйся. Да что ты, тихо. Ну все. Тихо. Ну тихо, не балуйся. Успокойся, нам тебя повесить надо разочек и все. Смотри на нее. Юла, блин, неугомонная. Ну ты чего? Давай спокойно, сядь и сиди. Тихо. Вот. Тихо.
ты, смотри, что творит, смотри, что творит эта Юла. Ты что творишь? Эй, эй, успокойся, успокойся, успокойся. Ой, что так? Хорошо, молодец, молодец. 1000... Ребят, ну короче, 1090 будем считать. Она не сидит на месте спокойно. Все, иди к мамке, иди. 1090 будем считать. Да, растут, короче, они каждый день. Так, вторая девчонка. Наша красотка. Она что-то... Молочко, он еще на губах не обсохло, Лис. Молочко. Вот молодец. Вот молодец. Вот такая вот она у нас девочка. Плотная, хорошая, красивая. Вот такая у нее спинка. Животик. В молоке вся. Ай, свинюха. Вот она. Вот тоже вредина, вредина. Ну не нервничай, не нервничай. Вот такая красотка. Вот. Хомячила. Хомячила. Вот такая вот. На двух ладошках пока помещаются. Все, спит. Так, ну и посмотрим, сколько весит эта принцесска. Так, ну и наша желтая принцесса сонная. Посмотрим, сколько она. Ой, она самая малявочка у нас. Самая дюймовочка. 982. Вот такая она у нас малявочка. Малявочка красивая. При рождении была 506. А первая девочка была 512. Значит, что-то вот это вот немножечко отстает. Надо будет за ней последить, чтобы она получше кушала. Да? Все, пошли, пошли к маме. Пошли. Иди, иди скорее к маме. Вот так. Ну, вот так вот они растут. За неделю уже в два раза выросли. Обалдеть можно. Лиска молодец. Кормит хорошо. Хомяков.